Всем привет, с вами снова Никтор 2. И мы с вами продолжаем проходить внутри Hell. Ой, И сегодня мы с вами будем делать по кругу. Я думаю, вы так помните, я завел, смотрели прошлую часть прохождения. Я что-то сделал не так. Куда мы летим? Куда он написал, что это был запрет? Б мне не восполнилось. То есть он никого не убил? В чем был прикол тогда? Я не понимаю. А, он чё, он не восполнился. Я что-то явно делаю не так. Каким образом он спустился? Они могут спрыгивать? Так, что, что, может, что не получилось? Нет, слушай, я не хочу. Очень плохо. А нет, что, это другой. Я был абсолютно прежде его убил. Странно. Минуты покоя, ну. Ай-яй! Блин, что-то я аж испугался. Ой, не всегда. Ой,
Так, где последний? Давайте сначала сейчас... Блин, не получится. Сначала сейчас собрать, придется его убивать. Я хочу просто выбрать хоть минуту спокойствия, когда я мог бы собрать патроны. Да у меня не получается. Что, к счастью, их много, но я боюсь, я не успею собрать. Так. А. Отлично. О, там еще на 100 хп есть. Наверняка сейчас должен кто-то набежать, но я хочу сначала смотреться, все собрать. Да, я, кажется, уже все собрал, да? Ладно, давайте нажимать кнопки. Когда должен тот босс вылазить, я не помню. Супер. Так, что теперь? Ну, наверное, надо выходить отсюда. Да, пошли смотреть, что там. Слава богу, тут камней нет. И где прогресс? Как мне прогрехал.
блин, сзади. Ой, надо было в другую сторону идти, пойдем в другую сторону, чтобы на птичку не трогать. Блин! Арг! Ладно, надо в середину отступать, хотя это не самый лучший вариант, потому что каждый раз, когда я захожу на середину, все с этих сторон на меня налетают. О, 50 лет. Что это было? Как это произошло? Что меня дамажит, я не понимаю. Как-то тихо. Где все? Я не мог всех убить. Блин, неужели с такого расстояния меня дамажит собственная ракета? Что за бред? Или он каким-то, я не знаю, может он бензопилой отражает мою ракету в меня? Вот опять! Как это происходит? Вообще, я бы, конечно, не тратил ракетницу, потому что я помню, что мы еще босс. Блин, как я их не люблю.
ладно, придется прохватиться. Без нее очень неудобно будет их валить. Или граната, может, мне есть граната? Да, есть, но мало. Охренеть. Нет, надо выходить с арены. И пытаться как-то спрятаться. Я сразу по респауну. Что это был за замечательный звук. О, это ты? Неужели это ты? Да, блин, слушай, это он светится, уже я вижу. Это стоп. Блин, а что-то я потупил. Можно как бы его этим шубом выпустить, может он умер. А то как я вспомню, как я от него бегал с этим, блин, с автоматом, просто ужас. Так, хорошо, я сейчас будет деревня, насколько я помню, да, судя по картинке. Замечательно. Тогда заканчиваем на этом, на эту серию. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Ним42, и до встречи в следующих сериях. Пока-пока.